Старейший парк региона Кавказских минеральных вод «Пятигорский цветник» был открыт в июне прошлого года после основательной реконструкции. Правда, еще до ее начала в обществе и социальных сетях шли горячие споры о том, каким быть парку. Сегодняшний цветник радует как жителей Пятигорска, так и возвращающихся на курорт после карантина гостей изо всех регионов России. И та колоссальная разница между нынешним парком и тем, чем он был прежде, очевидна для всех. Но своеобразным белым пятном весь год оставалось место, где прежде располагался шахматный павильон. Правда, время обошлось с ним сурово. В начале 90-х он сгорел, и до последнего времени пепелище было закрыто забором. Но все в мире меняется. И вот появился проект, который предусматривает воссоздание павильона в первоначальном виде, то есть с сохранением форм, пропорций, элементов декора. Сегодня с большой радостью мы встречаем решение о воссоздании на старом месте шахматного павильона. И на сегодняшний день это решение нам представляется не просто верным, но единственно возможным. Понятно, что белое пятно в парке «Цветник» бросалось в глаза и гостям Пятигорска, и местным жителям. Мы, как гости Пятигорска, наслаждаемся здесь красотой парка «Цветник» и, конечно, выступаем в поддержку того, чтобы шахматный павильон был восстановлен в своем прежнем первоначальном виде. Я, как коренной житель города Пятигорска, конечно, очень хочу, чтобы наш город был краше и краше. И после того, как проведены такие реставрационные работы нашего парка «Цветник», желательно, чтобы это место тоже украсило какое-нибудь красивое архитектурное сооружение. А если оно будет еще в стиле прошлого века, то, я думаю, парк от этого только выиграет. Воссоздающийся павильон будет использоваться как культурный объект. Выставочный зал, картинная галерея, площадка для творческих встреч и спектаклей. Находимся в парке «Цветник», у места, где когда-то был шахматный павильон. Теперь, надеюсь, он будет восстановлен, пространство заполнится и хорошая площадка для персональных выставок художникам, профессионалам. Проект воссоздаваемого павильона составлялся по сохранившимся фотографиям и прошел все необходимые историко-культурные экспертизы. Подготовлен очень серьезный, с моей точки зрения, проект. Он соответствует и исторической обстановке этого места, и по внешнему облику он фактически воспроизводит существовавший шахматный павильон. Понятно, что время меняется, и внутреннее содержание, внутреннее наполнение этого объекта может быть и другим. Но очень важно, что мы здесь обретем еще один возрожденный памятник. Памятник истории и культуры города Пятигорска. Итак, в истории старейшего парка региона Кавминвод наметился серьезный поворот. Вскоре его облик примет прежний вид, знакомый целым поколениям гостей и жителей Пятигорска.